глупый парень, что есть мочи, от Нептуна удирал. Только от его охраны он уже не убежал. Опа, поймали. Получил по щам. Закатайте его в банку и навек оставьте там. Как мило его хвостиками. Да-да-да. Перестаньте отпустить. Как и все в твоей жизни. Здесь решает царь морей. Лезь в консерву поскорее. А, я думал, это скибиди туалет у меня уже все. Парень, что из сил долбился, из последних сил вопив. Бедолага. Консервированный глупый парень. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, глупый парень. Третья и четвертая серия, рыбалка. Поехали, короче. Все, консервированный дружок наш там долбит ручками и никак не вылезет. А что, если выпить всю воду? Серьезно? Кажется, получилось. Серьезно? Банка с воздухом поднимается наверх. Глупый парень в положении, да? В очередном идиотском положении, да, который у него в жизни образовался. Да, да, вот я так понимаю, здесь как бы некоторые женщины не меняются даже под водой, да, идет драка за сумку. У глупого парня огромный пузень. И он выплыл! Только третья серия второго сезона, он вы... Куда его... А куда его несет? Батя, вылови! Сынка-то сыпь. Ясно, понятно. О! О, к дружбанам возвращается. Сейчас опять их будет. Ну ты запомнил уже, глупый парень, что дважды два не пять, я надеюсь. Что это? Пойди посмотри. А что, вы не узнали, что ли, кореш от своего? Ну, ребят, ну что ж вы. Не свезло глупому парню, вновь индейцев повстречал. Да, может, да, увидел да. Беглеца, притащите его, сказал. Ух ты, папа, это ты! Ух ты, падла, получи! Ты ответишь мне за все! Что-то мне нехорошо! Он везде успел детей понаделать, понимаете? Ну, ну ты глупый парень, конечно, пострел везде поспел, да, что-то. Как понял, что он опять стал папой, да, аж позеленел, я смотрю, да? Он опять нас обманул. Лови, пока не ускользнул. Каким образом? Парень побежал на берег и на лодке стартанул. Как он их сейчас обманул? Нифига себе, я спасся, но проблем еще гора. Надо бы придумать способ тачку вытащить со дна. То есть мы опять будем возвращаться на дно этого океана, да? Кто проживает на дне океана? Глупый парень отныне, да? Ну и, наверное, еще Спанч Боб. Но я думаю, что они там вместе поселятся. Окей. Птычка. Нагать на глупого парня, пожалуйста. Я говорил на... Я говорил... Она реально это сделала, господи. Я говорил на глупого парня. Это что, парень? Ну, не знаю, может, она, конечно, глупая тоже. Я не знаю. Но... Да, не очень как-то ситуация. Так, а глупый парень, как всегда, повезло, да? Не, ну прикиньте, как я вовремя попросил такой. Нагать на глупого парня. Раз так. Только не туда. Батя убьет за тачку. Это да. По-любому надо ее достать. А я в прошлой серии говорил, опять от бати будем бегать по всем, короче, окрестностям, да? Ну, где ты там с червями пропал? О, сейчас, да. Сейчас, 5 сек. 5! Скоро буду. 5 сек. Я так понимаю, на недельку опять убегаем, да? Ну ладно, чё, нам не привыкать, еще поспим, нормально. Батя глупого парня, он умеет расслабляться. Серьезно, ты просто... Он просто решил задержать дыхание и уплыть на дно. Ну реально глупый парень, чё сказать. Мы продолжаем школа озвучку глупого парня первого сезона. В прошлый раз я вот здесь остановился, вот на этой серии. И вот с этого момента... Пошел новый экстра контент. Супер мега гипер. Черти жарили его, посыпали перца. Твои умения не нравятся, сказала дочь. Хорошо посыпали. Ну конечно, ты. Ну конечно, да, мне чуть можно, мне уже 7, да. Жить чертиха нелегко, готовить и стереть. Там чертиха родила, боя хапнул, я сполна. Деток ему прокормить. Каких деток тебе кормить, алё? Глупый парень. Тебя бы кто покормил? Надрывая сердце, вдруг увидел за котлом потайную дверцу. Неужели это шанс выбраться отсюда? Блин, как же это угарно. За клюпаскуде. Я воскрес! За клюпаскуде! Англичанка. Лондон is the capital of Great Britain. Мальчик молодец, на ко вкусной леденец. О, бабулька, что-то. Глупый парень не ленился
Бабулька помолодела. Загадочная история Бенджамихи и Ботанихи, да, я так понимаю? Теперь простой, помогай любой ценой. Загорелся рядом дом, она грешит. Ой, как тут будет кот озвучен? Я уже... Я уже в предвкушении, ребята. Давай, поехали, поехали, котейка. Пошел по зданию, дымок, дымок уперся в потолок. Давай, давай, котейка, котейка. Парень чуть не задохнулся, но ногой дверь выбить смог. Нет, спасибо, однокомту. Я жену как могла. Ты желание исполню. Все, что хочешь, загадай. Ну, нормально, нормально. Пойдет. Что? Говно что-то там, я не понял. Я говно всю жизнь, что? Я не понимаю. Размысли хорошенько, я говно жевать что-то. Точно, я жевать. Замечательно. Инжатина. Инжатина. Шикарно. Какой огромный пончик. Каким серьезным голосом. Я не хотел. Бандики кота забрали, пусть поднялся вертолет. Какой же голос у бандита шикарный. Глупый парень при падении чудом не разбился. Быстро понял, что в опасном месте очутился. Что-то как-то качество подкачало вот в этой серии. Тут напали обезьяны и загнали водопад. Она буквально на пиксели распадается уже. Почему? Парня понесла газа, крутые берега, наклебался. Ну-ка, я проверю. Господи, мне помоги. Интересно, сейчас рядом нормально. Приходила дочка местного вождя. Палка ложка подцепила. Паню жизнь она спасла. Кто ты? Кто ты? Показал, еще одна жена. Парень в хижине умер. Такой маленький, а уже две жены. Нифига себе. Вот твоя шмагая, нам не нужен здесь чужой. Да, я не должна. Ну ладно. Ты что, не слаба? Победил бойцов Аджаз, пахал поле столь нектар, отразил атаку льва. С помощью бревна и палки от движения руки он разжег костер индейский и пожарил шашлыки. Ладно, парень, не оставайся, мою дочку береги. Грамоте обучи, наше племя научи. Конечно, да. Парень в племени стал авторитетом. А вот это что за мужик? Красавица женой учил детей предметам. Только будет 2 плюс 2. Конечно, будет 5! Конечно, будет 5! Как мне лет? Адекват! Пришли с миром! Хорош. Наша миссия проста. Изучаем острова. Это Губка Боб говорит? Не верно, чепуха. Обозлили все на память. Это реально голос Губки Боба. Я так и слышу, как говорит. Мы изучаем острова. Вы готовы изучать острова? Я готов! Я готов! Я готов! Наутек пустился и сбежал на корабле. Ага. Приближается шторм. Опа. Оказался глупый парень в самом центре. О, вот это я когда-то смотрел давно-давно. Корабль скрылся в водах океана. На парня устремился здоровенный. Тут и озвучка шикарная. Кит. Такой огромной пастью ничего не защитит. Экран немного подкачал. Маловат экран, да? Ты желудок, клопас, чаша школьного директора. С дочкой тоже съели вместе с чашей корабля. Помощью досок и палок парень смог разжечь костер. Я тебя из школы выгнал, ну ты парень не хитер. Они там в тайминге чуток не попадают, конечно, ну давай. Кита дыма подавился, пленников освободил. Местный рыбаков корабль их на землю возвратил. Спасение директор косяки ему простил. Это великолепно. Я уверен, такую же отметку ему за озвучку поставили в школе озвучки. По-любому. Пятерка, 100%. Что теперь будет по новой? Все закончилось, ура! Ура! И потанцевать на этом божественном коврике. Как же без этого? Ну что, кликайте сюда, ребята, на этом завершаем. Вот вам еще видосик, если этот понравился, тут тоже получите удовольствие. Всем счастливо, удачи, пока. Кликайте, не пожалеете, увидимся вот тут.